Привет, народ! Сегодня мы с Саней приехали на любимое озеро, как обычно. Саня, покажи карася. Ну вот, прошло 5 минут, как мы ловим. Саня поймал карасика. Сейчас мы будем пытаться ловить карасика. Так, и у меня карасик клюнул какой-то не очень большой. Самый маленький, наверное, в этом озере. Значит, у меня клюнет. У всех большой, а у меня маленький. Так, второй карасик клюнул. Иди сюда, малыш. Ну, этот пожирнее, чем первый. Этот пожирнее. Вчера тоже было нормально, потом начало бить. Сегодня видео, наверное, будет в сопровождении мата. Народа слишком много. Народ себя не контролирует. Да. Он сегодня главного матершинника с собой привез. Не без этого. Третий малыш клюнул. Иди сюда, иди, мой хорошенький. Ну, вроде сегодня повеселей. А я знаю, почему сегодня у меня что-то клюет. Дядь Коля нету. Некому всех карасей в кучу собирать. Карась равномерно распределился между всеми рыбаками. И все потихоньку ловят. Это я приехал. Ну да, если бы ты не приехал, то вообще бы не клювало. Клюй, клюй, клюй. Клюй, 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 давай. Давай, мой маленький. Вот он. Вот он, родной. Вот они. Мои хорошие. Он уже у кого-то клевал, этот карасик. Вон мордочка порванная. Аквариум. Санек карасика. Ну вот, видишь, 8 удочек вредно ставить. Карасик. Карасик. Хороший, вкусный карасик. Карасик, карасик. Тяжеленький карасик. Конечно, тяжелый, это положение. Невыгодный. Качественный. Он в невыгодном положении. Сегодня, ребята, ловлю на блэкхоловскую Atomic Ball удочку, 5-метровую баллонку, чтобы разницу между даюем почувствовать. Ну, пока, в принципе, одно и то же. Это не спиннинг, так что особых характеристик от удочки не надо. Главное, чтобы была легкая и упругая. Садись, а ты на дорогу, потренируйся. Да, иди на путь. Санек вон карасика поймал. Аквариум пополняется у нас потихоньку. О, хорошенький сел. Хорошенький карасик. Иди сюда, малыш. Иди. Толстячок. Иди, толстячок. Ну какой упитанный карасичек. Саня, неужели твоя мамка на дачу их в болото повезет? Ну таких есть надо. Ну какой красавчик. Толстенький. Аквариум. Аквариум. Где тут наша? Вход в аквариум. Опа. Народу сколько. Сегодня так видосик будет. Ради отчета. А то тут один мат будет в видео. Мужики ржут, между собой разговаривают. Так. Малыш. Малыш. Наверное, он понял, что я на это озеро, возможно, больше уже в этом году не поеду. Думает, последний раз поклюю. А то ездил тут по 2 карася ловил. Или правда дядь Коли сегодня нету, поэтому и клюет. А, какой хороший. Так.
Карасик, карасик. Иди сюда. Хорошенький, качественный. И на вкус. Ой, зачем ты покупаешь петелку в магазин? Еще один. Вон. Эти уже матом собрались ругаться все специально. Издеваются. Короче, я теперь перед рыбалкой на этом озере буду звонить каждый раз дяде Коле. Дядя Коля, ты идешь на рыбалку? Нет, ну тогда я иду. Ну, видишь, формулу вывел. Да. Где косяк был? Из-за чего у меня тут так плохо ловилось целый месяц. Так. Так, 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 толстый, очень толстый, хороший, качественный. Матом не ругаемся, хулиганы. Портят мне весь видос, целый день. Я манку вам не дам свою. Да, вон, ловите на свои три корочки хлеба. Аквариум. Да хуже меня нет. О, аквариум набивается, уже плохо помещается. Так, еще один малыш. Хорошенький, как всегда. Выключай камеру, надо поговорить. Да. Вон, мужики говорят, выключай камеру. Лучше поболтаем, нефиг тут снимать этих карасей. Клюют они и клюют. Все счастливы. Стоит на дороге на машине, она там... Тут уже разговоры. Про водку, про баб пошли у мужиков. Карасик клюет и клюет. Зато чистый доход, говорит. Всю семью, говорит, всю бюджет семейный. Не, карась, заплавник просто сверху перехлестнулся. Вот он. Хороший. Качественный. Уже до хрена набралось этих карасиков у нас тут. Вот теперь и ветер пошел. Воды. Ну вот столько вот наливал. О, а это все караси добавляются. Уже так запихиваешь их туда. Карасик. Да я от вас ушел, чтобы вы тут не орали мне. Не портили лучшие кадры. Тут раз в жизни на карася на клев попал. Не поеду с тобой, чтобы тебе клёва не было. Заглянул, доставать надо. Толстенький, хороший. Манка с одной банки, а карась с одного озера. Я его манку не ездил, он ведь наклёв. Очередной карасик. Очень даже не дохлый. Не дохлый. Очень не дохлый такой, а? Самый большой. Нет, там еще такой есть. 17 минут 9-го. Еще процесс идет. Процесс идет. У меня все нормально. Ну вот, наконец-то. У народа клевать перестало. Особо у них и не клевало. Рассосались. Теперь хоть дадут видосик поснимать, нам с Саней половить. Не, ну, рыбалка, она все равно интересная. Это видео хреновое получится сегодня. Мы-то интересно с мужиками поболтали. Ну, еще немножко посидим. Мы вон уже полную баночку наловили, вон в садок откинули. Потом в конце покажу, сколько наловили. Не, ну хорошие краси. Ну, сегодня первый удачный день, наверное, за все времена, что я сюда вот ездию. Сто пудов. Пока тут был дядя Коля, ничего не клевал и ни у кого. Крупный, к тому же. Еще один качественный карасик. Толстенький, хорошенький. Иди сюда. Ах, какой. Ай, ты мой маленький. Саня, лови ты на манку. Че ты? Ветерловка не хочет. Я вон на манку ловлю, нормально. Манк с тутти-фрутти. Мой любимый вкус. Новый аквариум наполняем. Так.
еще малыш, иди сюда. Хороший, качественный. Ну, сегодня прям отрываюсь по карасикам. За все два зря потраченных месяца поиска этого гадкого карася. Два месяца ловил по одному, по два, по три карася. Или вообще ничего. Сегодня уже, наверное, ну, сколько там, штук 15. И тут вон уже два или два. Там больше, наверное. А может 20. Короче, штук 20 уже, наверное, сегодня выловил. 20 будет, да. Посмотрим потом, сколько в садке в конце видосика. Народ вон рассосался, не клюет у них. Карасичек. Уже у кого-то клевал, морда драная. У кого-то сорвался. Ну что, мужики, время 10:30, клевать у нас уже как-то стало очень вяло. Будем собираться домой. Сейчас покажу, что поймали. Ну, сегодня, наверное, первый день, как у меня начал клевать карась, а то вообще. Вот у нас садочек. Достанем. Вот у нас в садочке тут карасики. Вон они. И в бутылке вон еще тут три штуки плавают. Или четыре. Хорошая рыбалка получилась. Сейчас уже скоро спиннинг начнется. Караси будут отдыхать. Отстанем мы от них. Ну все. Можно идти домой. Вон у меня поплавок всплыл. О, напоследок еще один в прямом эфире. А, сошел. Начал подымать, уже не жалко. Ну вот. Улыбнись, Саня, тебя на заставку поставлю. Покажи людям что-нибудь. Идти отсюда. Ну всем пока, ребята.